Начальнику Ангаласского лесничества Варваре Устиновой присвоили звание Героя труда России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Вручат награду 28 апреля в Москве. Варвара Устинова трудится в сфере лесоохраны 38 лет. Уроженка горного района. Она рассказывает, что ее родной дядя проработал в лесном хозяйстве 40 лет, и она с детства очень любила природу и мечтала жить в лесу. Чтобы осуществить мечту, Устинова поступила с подругой в Лисинский лесхозтехникум. В начале рабочей карьеры работала на севере, в Среднеколымском районе. Охрана, защита и воспроизводство лесов, увеличение численности животных – вот основные функции отрасли. И за годы работы Устиновой пришлось преодолеть немало трудностей, а в последние годы тревогу вызывают лесные пожары. Численность животных у нас увеличится за счет лицензирования, как бы, да. Это значит обстрел как-то контролируется, ну и лицензию даешь, когда вот как бы ограничиваешь вот этими лицензиями, да, ограничения получается, и создание республиканского и местного значения особо охраняемых природных территорий, ну типа Джорно, как у нас есть, Эликнара, вот такие, или созданием памятник природы, вот, который у нас имеется, Булуз,